И всем привет! С вами Диринова и... И Навальный! И сегодня мы будем делать разбор на такой уровень, как Пайксель Инвазион. By Plague and Nametumnamet. В принципе, давайте начнем. Ну, вот этот парт весьма неплох, но, знаешь, можно было лучше. Так, ну тут нет декора, но геймплей вполне неплох, неплох. Динамика присутствует. Так. Как, наверное, фаново играется? Ну, выглядит, по крайней мере, весьма неплохо. Вот это эффекты. Неплохо. Блин, парк, конечно, прям имбовый. Ну вот это круто вообще, да. Тут тоже геймплей неплохой. Ой, весьма тематично. Имба. Блин, реально, best part, best part. О! О, топ. 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 Ну, кстати, прям вообще эффекты топовые. О, ну вот это круто, вот это круто. Ну, кстати, да, такой неплохой ретро-партик, так сказать. Крутой, ну, в принципе, коллаб неплохой. Весьма. Но, блин, есть парт один, который прям... И причем идет сразу против, сразу после очень крутого. Ну, да. Ну что вот это такое? Композиции нету, просто все пустое. Ой, ладно, мне больно смотреть. Блин, голова заболела. Ладно, ребята, ну, надеюсь, вам понравилось. Понравился наш разбор. Всем пока.